Благодаря бдительным гражданам и сотрудникам одесской милиции задержан 17-летний парень, который убил собственную мать, уложив тело в нишу дивана и залил его раствором цемента. Соседей и убийцы побеспокоил неприятный запах, появившийся в подъезде на улице Жуковского. Правоохранители Приморского райотдела выехали на место и установили, что запах распространяется из помещения в коммунальной квартире. Это одна из двух комнат, в которых проживала 42-летняя женщина и ее 17-летний сын. В указанном адресе был обнаружен труп женщины, хозяйки квартиры, который находился в диване, завернутый в целлофановый пакет и зацементирован. Проведенными мероприятиями с сотрудниками уголовного розыска Приморского райотдела был установлен совершеннолетний сын хозяйки квартиры, который совершил данное преступление в отношении своей матери. По словам парня, его мать в последнее время злоупотребляла спиртным. На этой почве возникла ссора. В итоге парень забил несчастную молотком. Как рассказывает задержанный, сначала он намеревался замуровать тело матери в стенку. Однако сделать это было нелегко. Поэтому решил залить труп раствором цемента прямо в нише дивана. В отношении несовершеннолетнего злоумышленника начато уголовное производство. Согласно части 1 115 статьи Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.